В Якутске завершилась осенняя ярмарка сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Выставку провели в честь Дня работников сельского хозяйства. Гости столицы по ценам ниже рыночных приобрели мясную, рыбную, молочную продукцию, свежие овощи, картофель, мед, варенье и многое другое. Выставку развернули на трех площадках. Были представлены столичные аграрии, также сельскохозяйственные кооперативы из Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского, Амгинского, Жиганского районов. Среди участников и пчеловод Анатолий Гаевой. Он ежегодно участвует в сельскохозяйственной выставке и представляет широкий ассортимент цветочного и пчелиного меда. Я пчеловодством занимаюсь с 1984 года, начал с двух, и потом уже с воинской части начали заниматься, центр традиционной медицины, и сейчас уже фактически своя пасека, 100 семей. Местные начали уже заниматься, уже процесс пошел. Пчеловодство уже не остановится. Всю республику и всех граждан поздравляю с праздником сельского хозяйства. Занимайтесь пчеловодством.